я оделась очень супер тепло, потому что я так супер тепло никогда не одевалась. Вот я зашла за ним на работу, и мы попробуем там что-нибудь поснимать. Рождественский рынок, вот так выглядит. Смотрите, замок, это вот на холме. Это замок Шенбрун, летняя резиденция в Карлсбурге. Мы ждем Алену и Александра. Сейчас 5 часов. Людей не так уж много. Сейчас идем дальше, еще посмотрим, что тут есть, и уже потихоньку домой. С Аленой напоследок еще будем по Глювайн. Yes, thank you.
сейчас мы идем на рождественский рынок около Намудеем сквартир и потихоньку подходим к центральному рождественскому. Вот как выглядит Намудеем сквартир. Там уже столько много людей. Мы сейчас немножечко посмотрим, как там. Смотрите, уже сколько людей. Я чувствую, Глюхвайн нам сегодня не светит. Наверное, скажет, поехали домой. Так вот люди пьют. Это очередь стоит к палатке. Вчера мы с ребятами хорошо еще посидели, погуляли, потому что было действительно, мы немного ждали, было реально немного людей. Очередь, куда зайти и выйти.